показать те фильмы, которые вот в это прокатное время, осень, зима, весна, более или менее живое по отношению к предыдущему времени. И сегодня у нас замечательный повод посмотреть картину Александра Мендадзе, которая называется «Паркет». Это четвертая картина Мендадзе как режиссера. И уже, не буду сказать, какая по счету, Мендадзе как сценариста. Долгое время он работал в дуэте с Вадимом Абдрашитовым. Когда-то они даже получили премию Ленинского комсомола за свой дебют «Слово для защиты», где главную роль играла Марина Ниёлова. Потом каждый их новый фильм будоражил общество. Это были проблемы вот той страны, которой сегодня уже нету. Но тем не менее страсти, впечатления, разговоры, диспуты, дискуссии всегда сопровождали эти фильмы, в том числе и в Екатеринбурге, тогдашнем Свердловске, потому что Абдрашитов и Мендадзе очень много ездили со своими картинами. Может быть, это был лучший и главный способ, чтобы встретиться с думающей аудиторией. Это касалось таких, может быть, лучших совместных картин, как «Охота на лис», «Остановился поезд», «Парад планет», «Плюмбум», может быть, тоже помните такую резонансную картину времен перестройки. А последним совместным фильмом стал фильм 2004 года «Магнитные бури». Он тоже касался проблем современного общества. Там рабочие как бы в неком конфликте с владельцами своих предприятий, манипулируют и так далее, и так далее. Но так получилось, что с этого момента, с 2004 года, то есть уже больше 15 лет, Вадим Абдрашитов не снимает, а у Александра Мендадзе, наоборот, стала, вдруг появилась своя отдельная режиссерская биография, и, может быть, как те два космонавта, которые очень долго летели, какая-то энергия накопилась, даже отрицание друг друга. Эта тема очень деликатная, никто никогда ее не обсуждает. И даже вот на завершении карьеры они получили нику за, так сказать, вот это творческое сотрудничество. Это был один из самых уверенных мужских дуэтов, правда, который никогда не сопровождался какими-то там выяснениями отношений. Но тем не менее, вот такая интересная биография, такой интересный казус, потому что Александру Анатольевичу Мендадзе все-таки уже за 70, но вот он как бы молодой режиссер, у него 4 картины, и каждая из его картин обязательно была на фестивале либо в Берлине, либо в Венеции. С одной стороны, они затрагивали какие-то очень важные проблемы, например, картина «В субботу», одна из первых рассказала о Чернобыле. Или проблемы, связанные с российско- советско-немецким сотрудничеством перед Второй мировой войной. Это картина «Милый Ханс, дорогой Петр», которую категорически не хотел на уровне сценария пропускать Мединский, и военно-историческое общество, там была целая, так сказать, проблема, и так далее, и так далее. И вот Мендадзе снял четвертую картину, которая целиком, можно сказать, лежит в поле человеческих отношений. Тут нет никаких социальных или исторических спорных или бесспорных тем, есть история трех человек. И ближайшая аналогия, которая, наверное, вам, как людям, которые знают кино, придет в голову, это фильм «Джинджер и Фред» Феллини, потому что речь идет о трио танцоров. Премьера картины состоялась в конце прошлого года на международном кинофестивале в Таллине. Там фестиваль «Темные ночи», конечно, она могла попасть и в Венецию, но из-за всей этой ситуации со смещением сроков, форматов офлайн, там онлайн, в общем, сочли, что лучшее применение, то есть лучшая площадка для фильма – это Таллин. И вот на днях в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся показ картины в Москве. Поэтому вот этот показ, он либо третий в мире, либо четвертый, если вот за вот эти пару дней. Пока меня не было в Москве, я это успели показать. После фильма мы общаемся с Александром Мендадзе, который наш гость в режиме Zoom-конференции. А сопровождать, помогать ему будет его постоянный продюсер вот всех последних проектов Лиза Антонова. Смотрим кино и разговариваем. Спасибо.